Здравствуйте, с вами интернет-магазин «Президент Watches». Сегодня мы расскажем вам о часах Casio Edifice, модели EF126D2A. Корпус и браслет модели сделаны из высококачественной нержавеющей стали. Застежка металлическая, клипса с ушками. Задняя крышка стальная с информацией о модели. Циферблат защищен минеральным стеклом, которое сложно поцарапать и еще сложнее разбить. Способ отображения времени аналоговый, цифры арабские. На стрелке ириски нанесено светонакопительное покрытие, которое хорошо видно в темноте. Имеется окошко, отображающее дату. Механизм часов кварцевый, точность хода плюс-минус 20 секунд в месяц. Питание от литиевой батареи. Класс водозащиты 10 атмосфер. Часы не боятся воды, вы можете с ними плавать и нырять на небольшую глубину. Габариты. Длина от ушка до ушка 41,5 мм, ширина 48 мм, толщина корпуса 10 мм, вес 133 грамма. Для установки даты и времени предусмотрена коронка справа. Чтобы установить дату, нужно ее отвести на один щелчок в сторону и поворачивать против часовой стрелки. Для установки времени отводим коронку еще на один щелчок в сторону и поворачиваем в любом направлении. По окончании настройки не забудьте вернуть коронку на место. В комплект с часами идет инструкция на русском языке, а также гарантийный талон с указанием уникального серийного номера, условиями гарантийного обслуживания и перечнем сервисных центров в России и странах СНГ. Упакованы часы в фирменную коробку. На этом все. Спасибо за внимание.